Priatelia, ja som veľmi rád, že dnes na Západoslovenskej televízii môžeme privítať veľmi, veľmi zaujímavého hostia. Teda dvoch hostí, ale je tu jeden hlavný host, ja by som to tak nazval. Vedľa mňa sedí Simon Sipis. Má izraelský pas, ale narodil sa, ako tak môžem povedať, ešte kedysi na území Ruského impéria, ktoré teda pripojila Katarína II. Veľká k Ruskému impériu v roku 1783, ale on sa tam narodil a narodil sa na Kryme v Sevastopole, ale potom viac ako 35 rokov žije v Izraeli, má izraelský pas. Dohodli sme sa, že budeme teda rozprávať rusky, lebo Simon hovorí perfektne rusky, anglicky, nemecky a ešte aj ďalšie jazyky. Simon Sipis má univerzitu z Tel Avivu, a má samozrejme univerzitné vzdelanie aj z Bonu. Téma, môžeme sa rozprávať o čomkoľvek, s tým, že nosné témy dnes by boli Ukrajina, Rusko a tie vzťahy medzi tým, z celého toho medzinárodného pohľadu. A zároveň, by, ak nám ostane čas, tak aj ten po rusky je to, že Blížny Vostok, po našom Blízky Východ, ale správne by to malo byť Západná Ázia. Západná Ázia, tak by to malo byť. A teda, vítam vás. Dnes vítam Dušan Doliak. Ďakujem. Vítam vás. Známa osobnosť. A Simon Sipis. Zdravstvujte. Skážite nemnožka, pažovalstvá a Sibie. Nech sa páči, povedzte dačo o sebe, Simon Sipis. Radil sa ja v Sovjetskom Sajúze. Radil som sa v Sovjetskom Sajúze. V Krymu, v городе Севастополь. V meste Севастополь. И в 11 лет вся наша семья эмигрировала в Израиль. В 11 лет вся наша родина эмигрировала до Израиля. Когда мне было 11, я имею в виду. То есть в Израиле я уже живу почти 35 лет. Чиже в Израиле уже живем 35 роков. А у вас только, мать ибо, израильский пас? Да, израильское гражданство. А что вы... Čo ste študovali v Germánii, v Nemecku? Čo ty studíroval v Germánii? V Germánii ja zakončil tretie obrazovanie, poľučil doktorskú stepeň. Čiže v Nemecku som skončil tretí stupeň vzdelávania, dostal som doktorát, PhD. Fakultet medzinárodných odnošení. Na fakulte medzinárodných vzťahov. Bonnský univerzitet. A... Aký smer teda? Направление. В Бонне я закончил факультет международных отношений, а в Израиле, в Тель-Авивском университете, факультет политологии и национальной безопасности. В Израиле предтим скончил магистерское студиум, то другой ступень высокой школы, политологию и народную безопасность. Добре. Ну. Симон. Čo by vy nám skazali ab atnošeniach Ukrajina-Rusia i vojna Ukrajina-Rusia? Čo by ste nám povedali o vzťahu medzi Ukrajinou a Ruskom a medzi tou a tá vojna Rusko-Ukrajina? Suť danного konflikta, ona schodica k tomu, što Ukrajina namirovalaš. Čo sa týka tohto konfliktu, tak Ukrajina sa zameriavala. Во-первых, стать членом Евросоюза, а во-вторых, стать автоматически... стать членом Европейской Унии, а за другое, стать автоматически... членом НАТО. Членом НАТО. Тут необходимо понимать, что... Тут есть важное похопить. Членство в Евросоюзе... Же членство в Европейской Унии... Оно несет за собой три основных элемента. За собой несет три základные првки. Ано. Экономический прывок, военный, воинский и религиозный, а набуженский. И по всем этим трем элементам Евросоюз выигрывает, а Россия проигрывает. А по всех этих трех прывков Европейская Уния выиграла, а Русско проиграла. Суть заключается в том, что каждое государство, которое находится особенно вблизи границ с Россией. Пустота того є, що каждый штат, каждое государство, каждая країна, штат. Краса знаходиться в околі Руска.
в экономическом элементе, становясь членом Евросоюза, Россия не может больше экспортировать свою продукцию в эту страну. Когда Украина станет членом Европейской Унии, Русская уже не может экспортировать до этой Украины. Второе. Это же государство, становясь членом НАТО, становится автоматически соперником России. Когда эта страна станет членом НАТО, автоматически станет супером Руска. И третье. Членство в Евросоюзе подразумевает под собой религиозный аспект. А третье, же членство в Европейской Унии ма в себе ай набоженский аспект. В том, что православное христианство трансформируется в христианство католическое. В том, же са то православное христианство трансформирует на католическое христианство. Иначе говоря, христианство ортодоксальное. Цель Евросоюза это трансформировать эти страны, которые были славянские, Восточной Европы. Членом целом Европейской Унии е трансформировать страны, которые были ортодоксные, в христианство католическое. На католическое христианство. Лидер религиозного направления Евросоюза это Ватикан. Кто ведет ту инициативу набоженскую в Европейской Унии и Ватикан. Лидер экономического направления – это Германия. Лидер экономического смирования – Немецко. И лидер военного элемента – это, соответственно, США, которые, кстати говоря, не являются членом Евросоюза, но лидирующее государство – стержень НАТО. Лидером, что касается военского смирования, Соединенные Штаты Америки, которые не сú членом Európskej únie, ale napriek tomu túto úlohu pre Európsku úniu plňa. Поэтому в ведении России по всем трём параметрам они проигрывают с каждым государством, которое перестаёт быть независимым и нейтральным и становится членом Евросоюза и членом НАТО. А preto zo strany Európskej únie sa to vníma tak, že každá krajina, ktorá sa stane členskou krajinou Európskej únie, prehráva vo všetkých tých troch aspektov vyhráva vlastne vo všetkých troch aspektov oproti Ruskej federácii. Например, ярким примером трансформации, попытки трансформировать славянское государство Украину в христианский католицизм, это в период войны Ватикан стремится закрыть ортодоксальные русские церкви и заменить их церквями католическими. А почас военного конфликта са снажи Ватикан затворить православные костоли и отворить католические костоли. С точки зрения экономики, Германия, являясь самым большим экономическим монстром Евросоюза, с погляду экономического, Немецко є найбільше економічне монстром Європейської Унії. Стремиться овладеть новими ринками збита, експорту своєї продукції. Снажиться обсадити торги, де би могла експортувати свої товари. Основні ресурси, експортуємі Германії, це хімія, машиностроєння. Головні продукти, які Німецько експортує, є хімія, строярські виробки. И сельское хозяйство. Полногосподарские выработки. Это, в свою очередь, означает, что местное производство у вас в Украине, во всех членах Восточной Европы, будет либо перекуплено, то есть приватизировано Германией. Знамена то, что фирмы будут будь приватизованы немецком, либо будет уничтожено и закрыто, как происходит в Украине. Но буду ликвидованы, как это моментально происходит на Украине. Какие отношения сейчас между правительством Израиля и Украиной? Какие связи между владой Украины и Израилем? У Израиля последние два года. У Израиля есть отношения с Украиной начали происходить в очень тесном сотрудничестве с того момента, как Россия начала использовать иранские вооружения в войне с Украиной. Очень близкая сотрудничество между Израилем и
a Ukrajinou začala od toho momentu, keď Rusko začalo používať iránske беспилотные технологии. Дроны. Как только у России появились, или как только израильская разведка узнала, что Россия закупает и использует в войне с Украиной иранские вооружения, например, беспилотники «Шахид». Да. Когда тайные службы Израиля заявили, что разведка. Русские используют иранские дроны. «Шахид». Дроны «Шахид». Сразу цель военной разведки Израиля стала хотя бы достать несколько прототипов сбитых беспилотников украинскими войсками, которые используются в России. Вот теперь целом Израиля стало заискать посредством Украины несколько прототипов уничтоженных, которые падли. Дронов. Поскольку в Израиле ожидают будущую войну с Ираном, было необходимо понять, какие есть сегодня вооружения у Ирана. Потому что Израиль ожидал будущую войну с Ираном, а потребовалось выяснить, какие оружие Иран будет использовать. Таким образом, по иронии судьбы, Россия, используя иранское вооружение, притянула внимание Израиля на сторону Украины. Таким-то способом Русско, когда использовало оружие иранцев, притягли позорность Израиля. Но это были отношения, как вы сказали, военная разведка или, но какие отношения такие между правительством Украины и Израиля? Aké sú tie vzťahy reálne medzi tou Ukrajinou, vládami Ukrajiny a Izraela za posledné dva roky? Ещё один аспект тесного, на первый взгляд, тесных отношений близких между Украиной и Израилем. Ещё один аспект близких вzťahov medzi Израилом и Украиной je? Является то, что традиционно, исторически на территории Украины проживала очень большая еврейская община. Еже на území Украины жила огромская посполитость. Израильская. Еврейская жидовская. Источники такого присутствия еврейской общины на территории Украины уходят далеко в историю, в 10 век нашей эры. A príčiny tohto stavu siahajú veľmi ďaleko do histórie, niekam do 10. storočia nášho veku. A môže byť do 7. storočia. Поскольку на территории Украины, когда, конечно, Украина ещё не существовала, pretože на území Украины, keď ešte Украина неexistovala, на протяжении почти 100 лет там присутствовала большая хазарская империя. Хазарский каганат. Viac ako 100 rokov existoval хазарский каганат. Поскольку в определенный период своего существования хазары приняли иудаизм, pretože počas svojej existencie хазары прияли иудаизмус. Я думаю, как бы сказал, население Хазарь, я думаю, что правительство. То знамена, что не в рамці, что бы ті Хазарі ако целок прияли то юдейське або юдеїзмус, але то верх. Не посполитий люд, але владнуца трєда. Владнуца трєда, так би то було. Це значить, що не люди, но нет населения, но только правительство хазарского каганата приняло иудаизм. Этот вопрос относительно спорный, поскольку есть это целая наука хазароведения, которая... Это спорное, потому что существует целое ответвие ведецкое о хазарах. Которая исследует историю хазарского каганата, но отвечая на вопрос... На чем основана близкая связь Израиля сегодняшнего с сегодняшней Украиной? Это именно то, что там имеют присутствие в сегодняшней Украине, в том числе и в политике, много евреев. Но, але тогда, когда хотим ответить на вопрос, что почему суть те встяги такие близкие, это тот почет евреев. Окей, один вопрос, короткий. Хазарский каганат заключил свою историю в году 1965 году, когда Игорь Святославович,
zakryl históriu Chazarského kaganátu. To znamená, história Chazarského kaganáta, dá sa povedať, zanikla, ale sa ukončila v roku 1965, keď Iber Svetoslavec a to Kievské kniežstvo teda rozbilo ten Chazarský kaganát a v podstate tam nie je existencia. Vy poňali, da? OK. No, a Chazári. Tak ja dúmajú ani turkickovo preznačenia, da? Поводу. Это смесь, это смесь туркоманского, татарского. Да. Су этнически смесов туркистической, ай татарской. Татарской неких народностей. Повод. И даже Хазарский каганат в некоторый период времени очень тесно сотрудничал с другими этносами ислама, мусульманами. А určitú часть своей экзистенции Хазарский каганат очень близко сотрудничал с исламскими странами. Да. Хазарский каганат, он там территориум было от Каспийского моря до Черного моря. Территориум того Хазарского каганату, да сказать, до той первой половины 10-го столетия было от Каспийского mora po to Čorné more. A Palestína a Izrael, gospodárstvo Izrael vzniklo, vastanovleno 14. mája 1948 года, da? To znamená, že Izrael vznikol, teraz budú mať 76. výročie. V 1947. prvozglašenie v ООН. Да, это декларация. Это декларация. Бен-Гурион в Тель-Авивской книжнице. Вы понимаете, кто Бен-Гурион? Своих народов. В библиотеке Тель-Авивской он провозгласил государство Израиля. Бен-Гурион выгласил 14 мая 1948 штат Израиля. Но. Mm-hmm. А между... То хочу похопить. Mm-hmm. Я хочу понять. Между Палестиной, Израилем, территорием, и Хазарским каганатом там тысячи километров. Там су тысячи километров зелености. Какое там могли быть отношения в 10-м столетии? Какие там могли быть встяги в 10-м столетии между уземием Палестины а между тем Хазарским каганатом? Это очень хороший вопрос. Но. Вельми добрая отазка. Хазары изначально не были никогда евреями, они приняли иудаизм. Okay. Хазари на зачатку не были, не мали жидя, не мали жидовское набоженство, але потом прияли. То, а это значит, что они не являются потомками авраамического колена иудеев. Чили они не су потом кам и атрас поможем. Жидовска? А, але якой той ветви? Авраамовской ветви. Ано. Oni nie sú potomkovia. No, nemôžu byť potomkovia, lebo takto. My keď sa bavíme o tom, že tí Chazári boli turkicko-tatárskeho pôvodu, oni dokonca tí Chazári pochádzajú možno z Altaja. Altajská oblasť. Hej? A Altajská oblasť je 5000 km od nejakého historického... Dobre, len už veľmi sa v tej histórii mrvíme. Dobre. Poďme naspäť na tie vzťahy. Dobre, tak inak to poviem s tou históriou. Šalamún, král Šalamún. Ja to prepojím s tou modernou, okay. Tými moderným deň. Karol Šalamún, on postrojil chrám. 3000 let nazad, da? Histórii. A potom tam bylo prvé padenie chráma v Taroje. Teda Šalamún postavil ten chrám, potom bolo prvýkrát padol ten chrám, druhýkrát padol ten chrám. A sýčas, hovoriac, že môže byť, že bude tretie padenie chráma, že príde čas, keď padne ten tretí chrám. Musím najprv postaviť, áno, ja ťa trošku môžem doplniť. Vieš, o čom sa bavíme? Viem. Hej? Bavíme sa, že na Chrámovej hore je momentálne islamská mešita Al-Aqsa. Áno. A bavíme sa o tom, že tam by mal stáť údajne podľa nejakých tých predpovedí tretí chrám. Ale politicky, medzinárodne sa bavíme o tom, že ako keby Izraelu hrozilo, že padne ten tretí chrám, ak poznáme tú symboliku, lebo aké je atnášenia vo vnútrenej politike Izraela si čas?
Aké sú tie vzťahy v tej politike dnes v súčasnej Izraeli. Dokonca dnes máme 17. apríla, sivodňa, 17. apríla. Aké atnašenia v Izraeli sýčas? Vnútri Izraela. Aké sú vzťahy vo vnútri Izraela dnes? Vnútri Izraela z 2019 года продолжительный, перманентный внутриполитический кризис. Od roku 2019 máme permanentnú vnútornú krízu. A čemu? V 2019 году после двух раундов выборов правительство Израиля дважды пало. По двох колах волеб двакрат за собой падла влада. В 2020 году в третий раз правительство пало. В 2020 году третий раз за собой падла влада. В 2021 году снова пало. В 2021 снова падла влада. И только лишь в 2022 на пятый раунд выборов. А лен в 2022 на пятое коло волеб. У нас то правительство, которое до сих пор остается сейчас. Влада, которая моментально при эмоции. Это произошло впервые в истории государства Израиль. То состало первый раз в истории штата Израиля. Далее, после этого нынешнее правительство во главе с премьер-министром Бенямином Нетаньяху инициировала судебную реформу. Судебная реформа. Сучасная влада на чале с Бенямином Нетаньяху инициировала реформу судництва. Ано. Поскольку у государства Израиля нет конституции, потому что наш штат не имеет уставу. Высший суд справедливости это последняя инстанция. Наивысший суд это последняя инстанция над правительством, над владой. Суть реформы была эту инстанцию фактически убрать. А целью реформы была судебной реформы. Судебной реформы была ликвидировать эту последнюю инстанцию, одобрить ее. Начались почти год, длились постоянные демонстрации, протесты. Рок были демонстрации против тому. Антиправительственные. Ано. Противоправные. Протесты были против этой судебной реформы Бенямина Нетаньяху. Требовали отставки правительства. Potrebovali nejakú úpravu, zmenu vlády? Zastaviť vládu tak, ako tie procesy, odstavka. Весь 2023 год Израиль сотрясали внутренние протесты. Celý 2023 boli vnútorné protesty. Ano, otriasali Izraelom tie vnútorné protesty. Je to 2023 год. И сейчас, 2024 год? Пока в 2023 году 7 октября не произошло нападение Хамаса на Израиль. То что-то содеяло аж до 7 октября минулого року, когда начал уток Хамасу на Израиль. После нападения Хамаса началась военная операция в секторе Газа. По утоку Хамасу начала военная операция в Газе. И правительство начало называться правительство национального единства, то есть военное правительство. Влада начала сама себя называть влада народной единоты, то знамена войнова влада. Один вопрос. Можем одну таску. Позиция Бенямина Нетаньяху, она укрепилась после 7 октября 2020? Посилилась эта позиция Бенямина по тому 7 октября? Она не укрепилась, потому что большинство общества израильского обвиняет его в этой трагедии. Вечина израильцев... Найпрво, что эта позиция са не посилнила. Чуже, позиция Бенямина Нетаньяху, израильского премьера, са не посилнила. А вечина людей его обвинюет с того, что со стало. Виборе. Военная операция уже длится полгода. Военская операция са уж тяга полрока. Группировка Хамас так и не была уничтожена. Та милитантна скупина Хамас теж не була ліквідована. Чотири главні лідери основні Хамаса. Чотири главні лідерів Хамасу. Мухаммед Деф, Яхі Синвар, Ісмаїл Ханія і Машель не були ліквідовані. Не були ліквідовані. Не сум схопні зопакувати імена. Чотири главні лідери Хамасу не були зліквідовані. А наоборот, с ними ведутся переговоры. Наопак, с ними суммитальные разговоры. Кто? Переговоры. Израиль.
Израил? Да. Это тайные переговоры? Нет, открытые, явные, в Катаре. Ага. Прибегают разговоры с ними. То знамена, что не су там тайные разговоры, але доконца Симон говорит, что су там тогда отворены разговоры между тими четырьми водцами Хамасу а Израилом в Катаре, тогда са веду разговоры. Антиправительственные демонстрации стали еще жестче. Противладные демонстрации стали еще сильнее. Но теперь не из-за судебной реформы, а из-за войны с Хамасом. А теперь не только за ту войну, реформу судництва, але и коли войны с Хамасом. Стали более остро требовать отставки премьер-министра Нетаньяху. А отступление? Вчера звяц пожадую отступление Бенемина Нетаньяху. И тогда началась война с Ираном. А втори се зачала война с Ираном. Война с Ираном началась с того, что за последние несколько месяцев Израиль по приказу Бенямина Нетаньяху вместо ликвидации лидеров Хамаса начал ликвидировать лидеров Ирана. Страж исламской революции Ирана в Сирии и в Ливане. Та война с Ираном се зачала pretože namiesto toho, aby sa Benjamin Netanyahu sústredil na likvidáciu vodcov Hamasu, sa sústredil na vodcu niektorých iránskych gard, revolučných gard, funkcionárov v Sýrii a v Levante. Vážny element один. Jeden dôležitý. Пока идёт война, неважно с кем, с Хамасом в Газе или с Ираном, сохраняется правительство военного положения, и Бенямин Нетаньяху продолжает оставаться у власти. Kým je vojna, ano. Tak nezmení sa vláda. Áno, alebo je nejaký vojnový stav, vojnové položenie a tým pádom sa chráni vláda ako praviteľstvo Izraela, chráni sa vláda Izraela, aby teda nemohlo teda tam vypuknúť chaos. OK. Panetná. 1. apríla 2024. roku Izrael bombardíroval iránsky konzulát v Damasku a tam bylo tie iránske revolučné gardy, generály. Tam bylo ubito sem vojenných Irána. 1. apríla 2024 Izrael teda vybombardoval ten iránsky konzulát v Damašku, to je v sýrskom Damašku, kde teda bolo zabitých minimálne 7 členov tej iránskej gardy, ale celkovo tam... 7 ľudí, z toho jeden generál iránsky, hej? Pačemu to Izrael zdieľal? Prečo to teda Izrael spravil? Lebo to je to... Ну, с точки зрения международного права, это было нападение одновременно на два государства, Сирию и Иран. С точки международного права, это было нараз нападение двух стран, Сирии и Ирана. Поскольку иностранное консульство считается суверенной территорией. Да. Потому что международное заступительство поважує за... Суверенной территорией того же данного штата. Мое личное мнение, что... Мой особенный назор. Нападение Хамаса 7 октября и начало войны в секторе Газа, конечная цель этого кризиса – это свержение режима в Иране. Я думаю, что этот уток 7 октября, а то, что потом наследовало, что конечным целом того – это свержение режима клерикального набоженского в Иране. Поскольку иранская группировка Хизбалла вместе с палестинской группировкой Хамас не напала на Израиль, хотя многие ожидали, что она нападет вместе с ними. Иранская скупина Хизбалла не заутучила на Израиль вместе с Хамасом. Ее нужно было спровоцировать на военные действия. Мусили их выпровоковать на военные действия. И Израиль начал точечные ликвидации лидеров Хизбаллы и лидеров Ирана, которые не нападали на Израиль, но которые находятся не на территории Газы, а на территории Ливана и Сирии. А Израиль, сейчас целом выпровоковать ту военскую дозву, начал ликвидовать представителей Ирана, Ирану, которые са находились в Сирии и в Леванте. Ано. Тут заимавое, тут лен немножко уточню, я упресним. Велми заимавые моменты в том, что наозай, напрек тому, что Хамас, милитантный Хамас, тогда нападал тен Израил, але Израил в том ответном утоку, альбо тогда в тих воинских
reáliách. On začal naozaj likvidovať vojenských predstaviteľov Hizbaláhu, libanonského Hizbaláhu a zároveň aj vojenských takých vodcov Iránu. Mm-hmm. Ale tým prvotným útočníkom bol ten Hamas. Hej. Pán Žalta, predržalte. Pokračujte, prosím. Странность этой ситуации заключается еще в том, что Хамас... Звлашно этой ситуации еще в том же Хамас... Это суннитская группировка. Есть суннитская скупина. А Хизбалла шиитская. Да, а Иран. А Хизбалла шиитская. А Иран и шиитский. Чи же, власне, дошло споение из тех набоженских, религиозных неприятелов, где Хамас, Хизбаллах, v podstate tam jedni sú suniti, druhí sú šíti a Irán je tiež šítske islamské, ako islamská republika. Хамас активно поддерживается двумя главными государствами, это Турция и Катар. Хамас подпорил две главные страны, а то есть Турецко и Катар. Однако израильское руководство приняло решение, что Хамас активно поддерживается также Ираном шиитским. Напрек тому израильская влада выгласила, что Хамас подпорует Иран, подпорует Хамас, что шиитская страна. И по причине нападения суннитской группировки Хамас начала таргетировать шиитскую группировку Хизбалла. А кволи нападнутия суннитской скупины начала бомбардовать шиитскую скупину. На протяжении 4 месяцев Хизбалла не поддавались на открытые военные действия с Израилем. Месяцы одолавали Хамас, Хизбалла не предались до военного конфликта. Несмотря на то, что израильское руководство ожидало, что начнется война с Хизбаллой, поэтому эвакуировали северную часть Израиля. А напрек тому же ожидали, что са Хизбалла прида, а израильская влада эвакуировала северную часть Израиля. На этом фоне антиправительственные демонстрации увеличивались. На закрытие того, что увеличивали те противовладные демонстрации. В Израиле. На протяжении 4 месяцев Хизбалла не поддавалась на открытые военные действия с Израилем. 4 месяца Хизбалла не участвовал отворенных конфликтов с Израилем. И 1 апреля был нанесен ракетный удар по консульству Ирана. А 1 апреля заоточили на Израиль заоточил на тен иранский консулат в сирском Дамаске. Тяжело предполагать, что в Израиле не понимали, в израильском руководстве, что Иран, наверное, ответит. Да. Тяжко се да очаковать, что израильская влада бы не разумела тому, что на то муси Иран отповедать. Да. Перед ракетным ударом 13 апреля по Израилю. Да. Перед ракетовым ударом 13 апреля иранском ударе на Израиль. Да. Иран предупредил Турцию, предупредил Саудовскую Аравию и предупредил посредников в Швейцарии о запланированном ударе. Уповедомил Турецко, Саудскую Аравию и Швейцарию о том, что бегом 48 годин или 72 годин, что урубит этот утоп. Турецкие, саудовские и швейцарские посредники передали информацию США. Шеци zo všetkých týchto krajín troch prostredníci informovali Spojené štáty. Aj Turcia, aj Saudská Arábia, aj Švajčari odovzdali informácie USA, že bude takýto útok raketový na Izrael. Prichodica predpolagať, že США predupredili, передали informáciu Izraelu. Samozrejme očakávame, že Spojené štáty odovzdali túto informáciu Izraelu. To je, Izrael bol gotov к ракетному удару Ирана. То знамена, что Израиль был приправлен на ракетовый уток Ирану. Предпринял все необходимые меры. Принял все потребные опатрения. И благополучно сбил ракеты, зная когда и, видимо, в каком направлении и какого типа ракеты будут лететь. А на счастье, само подарило зликвидовать все ракеты. Эта ситуация наводит на мысль, что Иран старались не нанести большой ущерб,
и не развязать большую региональную войну с Израилем. Да. Иран тогда се розгодол, že не уроби велику шкоду, аби тогда не вникла велика война в регионе. Я бы за теж хотел нечего опитать. Хоть. Я сам читал на твиттере Пепехо Эскобара, že celý čas od 1. apríla rokovali zástupcovia Iránu so Spojenými štátmi, s veľvyslancom Spojených štátov v Číne, Nicholasom Burnsom v Katare, áno, o tom, že aká bude odpoveď Iránu. Ja čítal na Twitteri Pepeho Escobara i on tam citiruje Wall Street Journal, što dve nedeli oni gavarili v meste v Katare meždu Iránom i Nicholasom Burnsom o atvete na etet atak v Damasku. No i oni sprasili Iránci, если когда не будет жертвы ни одного человека, и когда они будут только когда они ударят только на военные цели, инфраструктуру, да, если это будет толерировать США, и Берн сказал да. A teraz je ten moment, že oni keď sa pýtali toho Nicholasa Burnsa, že keď budú útok len na vojenské ciele a keď nebudú obete na životoch, takže či toto by mohlo akože byť akceptované ako odpoveď, a Nicholas Burns povedal, že áno. Je to očeň vážny moment, patamu, što sej čas ani ždut atvet Izraela na iránsky atak. No, je to veľmi dôležité kvôli tomu, že momentálne sa očakáva zase izraelské odpoveď na tento iránsky útok. Irán bol gotov odkazáca od ответного udara 13. apríľa i vydvinul Izraelu uslovie. Irán bol ochotný vzdať sa toho útaku 13. apríla, ale dali podmienku nejakú Izraelu. Uslovie bola ostanoviť vojennú operáciu v Gaze. Podmienka bola zastaviť vojnovú operáciu v Gaze. Izrael, súde po všemu, odkazal sa da? Od toho predloženia. Podľa všetkého Izrael odmietol. No, Magu? Ja slyšal toto, že Irán chcel, čtoby bezopasné rada, no bezpečnostná rada OSN. Že počul som, že Irán chcel, aby bezpečnostná rada OSN skazala, što to bylo medzinárodno právne prestúplenie. Že toto bola prestupok v medzinárodnom práve. Medzinárodný zločin, što kada Izrael udaril po konsulátu iránsku v Syrii. Že Izrael zautočil na konzulát v Syrii. Irán chcel, čtoby medzinárodné gospodárstvo ili asudili etot, že by medzinárodné spoločenstvo odsudilo tento útok. No to nie prezašlo. Da. Ja, nie stalo sa tak? Ja slúšal, čo Irán skazal v Rade bezopasnosti. Počul som, čo Irán povedal v tej bezpečnostnej rade. Oni skazali všetko, čo prejzašlo, i počemu to nie dla medzinárodného práva. I potom na hlasovaní tri gospodárstva odmetili to. Amerika, Francia, Veľká Británia. Da. Ako USA, Francúzska, Veľká Británia. Odmietli toto vyhlásenie bezpečnosti. V danej situácii ešte je veľmi vážny element, ktorý nutno prijať vo vnímanie. V tejto situácii je ešte veľmi dôležitý prvok, na ktorý treba uprieť pozornosť.
У Израиля есть очень сильное влияние на внутреннюю политику США, угу. а у США на внутреннюю политику Израиля. В Израиле великий вплив на политику в Соединенных Штатах, а в Соединенных Штатах есть великий вплив на политику в Израиле. Угу. Демократическая партия США, она традиционно является левой. Демократическая сторона в Соединенных Штатах традиционно зда быть левицова. И очень часто проводят антиизраильскую, антисионистскую политику. Часто выполняют противоизраильскую, противосионистскую политику. Сейчас у власти Джо Байден. Моментально при моции Джо Байден. И демократы сделали следующие вещи. А демократы сделали следующие вещи. В одностороннем порядке начали процесс создания палестинского государства. Едностранно начали процесс заложения палестинской страны. Палестинского штата. Поддержали суд в Гааге за нарушение прав человека Израилем. Отворили суд в Гаагу огладом людских прав. Начали высказываться о том, что прекратят военную помощь Израилю. Начали рассказывать о том, что снижают военную помощь Израилю. А с другой стороны, республиканская партия. А с другой стороны, республиканская страна. Когда Дональд Трамп был президентом. Когда был Дональд Трамп президент. Перенесли посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. Принесли заступительство Соединенных Штатов с Тель-Авива до Иерусалима. Вышли из ядерной сделки с Ираном. Выступили договор против ядерной с Ираном. Удвоили военную помощь Израилю. Двойнасовали военную помощь Израилю. И инициировали Авраамские соглашения между монархиями Персидского залива и Израилем. Инициировали Авраамовские мировые соглашения. Авраамские соглашения. Какие соглашения? Авраамские называется. Авраамские соглашения. Авраамик аккорд. Саудовская Аравия с Арабскими Эмиратами. Авраамские догоду. Догоды. Штаты, Саудовская Аравия, Катар, Соединенные Арабские Эмираты, Соединенные Арабские Эмираты. Это, обратите внимание, это суннитская часть исламского мира. Суннитского исламского. Да, то, что это та суннитская часть, это то суннитское набоженство, где, але то суннитское набоженство в конфликте с тем шиитским набоженством в Иране. То есть вы видите контраст между республиканцами и демократами в США по отношению к Израилю? Чи видите контраст между встягом демократической страны и республиканов в США? На этом фоне в исламском мире Иран видит, что он теряет позиции. На том-то закладе видит Иран, что страца свою позицию. Поскольку между Ираном и Саудовской Аравии, между Ираном и монархиями Персидского залива идет конкуренция, кто станет лидером мусульманской цивилизации. Это же Иран с Саудской Аравией, с Катаром, с Турецком сутяжи о то, кто будет лидером исламского света. Да, ну. И Иран представляет шиитов, а Саудовская Аравия суннитов. Иран представляет шиитов, а Саудовская Аравия суннитов. И позиции на Ближнем Востоке и в Персидском заливе Иран теряет. А Иран там стратил свои позиции на Близком Východе и в заливе. Могу один вопрос? А я одна вопроска, чи можем? Я думаю, что позиция Ирана с последних 40 лет она укрепилась. Myslím si, že pozícia Irána v posledných 40 rokoch sa posilnila. Posilnila. Она укрепилась только по одной причине. Ona sa posilnila len z jedného dôvodu. Irán stal союзником стран БРИКС. Irán sa stal členom krajín БРИКС. Spojencom, союзником. И он стал частью глобального Востока. Он стал частью глобального Východу. Глобальный Восток, костяк глобального Востока – это страны БРИКС. Костро того
alebo chrbtica toho BRICSu sú krajiny. И основными членами этого блока нового это Бразилия, Индия, Китай, Чина, Россия, Руско, Южная Африка, Южная Африка, Египет, да, Арабские Эмираты, и Иран. Арабские Эмираты и Иран. Ну, тоже Эфиопия. Да. Иран понимает, что за ним стоят очень большие силы глобального масштаба. Ірран розуміє, що за ним стоять глобальні сили великої мірки. І Росія способствує укріпленню Ірану. А тим Русько посилює Іран. Таким образом, мир снова меняется после конца окончания холодной войны в биполярный, глобальный Восток против глобального Запада. По скончении студеной войны са свет стал биполярный. Пред скончением был биполярный выход и запад. Цель глобального Запада теперь разрушить этот союз глобального Востока. Teraz je momentálne cieľom globálneho západu rozrušiť spojenectvo globálneho východu. Чтобы выбить почву из-под БРИКС, Запад принял стратегию каждую страну члена БРИКС убирать по очереди. Aby podkopol nohy БРИКСу, так Запад прийняв стратегію кожного члена подразити індивідуально. Як в більярді вибивають шари, от таку стратегію прийняв. В більярді гуличек. Ви сказали Єгипет, повідали сте Єгипт. Єгипт, там дуже длинна границя між Ізраїлем і Єгиптом. Єгипт та Ізраїль мають дуже довгу границю. Так, Єгипт вже членом членом БРИКСу. Египет є членом БРИКСу. Также, яка є роль, а яка є позиція Єгипета к Ізраїлю сейчас? Яка є позиція в стях Ізраїля і Єгипту? У Єгипта з Ізраїлем є мирний договор, який був заключений в 1978 році. Мирний. Єгиптом і Ізраїлем є змова, яка була мирова. Мирова змова, яка була догоднута по скончанню конфлікту в році 1978. Египетские спецслужбы сотрудничают много лет со спецслужбами Израиля. Тайные службы Египта сотрудничают с тайными службами Израиля. Основная проблема Египта – это Синайский полуостров. Главный проблем Египта – это Синайский полуостров. У Египта и Израиля есть длинная история. И самым острым моментом этой истории была война, две войны между Израилем и Египтом. А между стягах этих двух стран есть долгая история, которыми главными моментами были две войны, которые между ними ускутошнили. На протяжении шести лет Синайский полуостров был оккупирован израильскими войсками. Да. Шесть лет был оккупирован Синайский полуостров израильскими войсками. Я знаю, когда. Между 67-м и 73-м годами. Между 67-м и 73-м годом. Проблема Синайского полуострова заключается в том, что он там орудует много мусульманских хамул и банд. Проблема Синайского полуострова є, що там є вицвик многих мусульманских банд до скупені. Там процветает контрабанда оружием и наркотиками. Там проходят контрабанды збрани и наркотик. И несколько племен, когда была арабская весна, несколько племен на Синайском полуострове даже дали клятву верности группировке ИГИЛ. А кет соускутошневала та арабская яр, так несколько кменьев, которые живут на Синайском полуострове, дали слуб исламскому штату. ИГИЛ – исламский штат по-русски. Исламское государство в Иране, Ираку и Леванте. ИГИЛ – исламское государство. Потому что это много раз это мы используем английскую скратку. Мы используем ИСИЛ. Но русские имеют ИГИЛ, так что исламское государство – ИГИЛ.
Поэтому у Египта и у Израиля есть общий интерес. Израиль хочет остановить контрабанду оружия, угу. которое из Синайского полуострова попадает в сектор Газы. Угу. Сполочный заувем Египта и Израиля есть, что Израиль сосначит заставить пашование сбраний с Синайского полуострова до Израиля, до пасма Газы. А Египту, египетской армии тяжело контролировать Синайский полуостров. Про египетскую армаду се тяжко контролює Синайский полуостров. Периодически там происходят нападения на египетских военных местными бандами. А часто крат се там одогравају препади вояков египетских местными бандами. Самая главная угроза заключается в том, что Синайский полуостров может стать как бы такой мировой серой зоной. Наибольшее небезопасность в том, что Синайский полуостров может стать глобальной шедой зоной. Называется terrorist safe haven. То значит, что террористическим, мы то воламе, что даньовые раи, або так, также даньовым раем. Где процветают беззакония, контрабанда, торговля оружием, наркотиками и, самое главное, на территории, на которой обучаются боевики. Чиже пребывал бы там обход с оружием и с наркотиками, а что наиболее где бы са виховывали тогда бойовницы. Ярким примером такой серой зоны является Афганистан. Добрым прикладом такой-то шедой зоны сда быть Афганистан. Что касается Афганистана, в Афганистане сейчас первое, Талибан, который был террористическим движением, признан официальным легитимным правительством. Что касается Афганистана, так Талибан, который был предтим участником того военного конфликта против США, так стал официальной владой. И второе, Афганистан сегодня является мировым складом оружия. А другое, что Афганистан моментально световый склад сбраний, которая была оставлена странами НАТО и США, которые были там понеханы краинами НАТО с Соединенными Штатами. Поэтому есть очень серьезная угроза и потенциал в том, что рано или поздно с территории Афганистана может произойти нападение на одну из соседних государств. Поэтому ясна грозба, что может соскоточнить уток с уземья Афганистану на некоторую из соседних краин. Я не исключаю, что, возможно, даже нападение с территории Афганистана может произойти на Индию. Не вилучаем ани то, что может дойсть к нападнутию с уземья Афганистану Индии. Тут мы возвращаемся на то, что я сказал, какую стратегию сейчас ведет Запад по разрушению БРИКС. A teraz sa vraciame k tomu, že čo som povedal, že akú stratégiu má Západ na to, aby rozdrobil BRICS. По очереди выключать членов БРИКС из рядов за рядом постепенно вырядовать членов БРИКС. Одним элементом такой тактики является или стратегия выключение, попытка вырубить Россию, это война в Украине. Чиже то, что с участием этой стратегии, это снага выиграть над Русском на Украине. Иран в войне с Израилем. Иран во войне с Израилем. И потенциально есть угроза, что Индию в войне с Афганистаном. А потенциальная грозба, что Индия будет в военном конфликте. Я думаю, что реалита наоборот. Мислим си, что реалита опачна, потому что Украина не победит в войне с Россией. И я думаю, что то, что это будет очень тяжелый вопрос для Израиля победить. Мислим си, что будет то очень тяжко для Израиля выиграть на Близком Východе. А мислим си, что Украина проиграла с Русском
на Украине. А целью не является поражение членов БРИКС? Але цілем не є звитязити над членами БРИКС. Цілею являється максимально їх ослабити? Цілем є їх максимально ослабити. Наприклад, сьогодні Росія, будучи зайнята своїми воєнними ресурсами в Україні, не може, наприклад, прийти на допомогу Башару Асаду або іранському режиму, як вони зробили в 2014 році? Чиже, коли буде Русько зауяте тими удалостями на Україні, не може прийти на помоц до Сирії, як то уробили в 2014 року, або прийти на помоц Ірану. Важно понимать, что в международных отношениях и должен похопить же в международных встягах. Всегда в конфликтах и войнах есть всегда две стороны. Жди в тих войнах, а конфликтах с другой стороны. Одна сторона всегда пытается изменить статус-кво ситуации. Одна сторона соснажи изменить статус-кво ситуации. И ради этого готова воевать. А охотна за то воевать. А другая сторона старается сохранить статус-кво и тоже готова за это воевать. А другая сторона соснажи уховать сучасный став, а тоже за то охотна воевать. И еще один элемент международных отношений. А еще один первок международных стягов. Обычно происходят события, которых меньше всего ожидают. Найчастейшие составают такие удалости, которые наименее люди очаковали. В международных стягах такие вещи ставают. Окей. Ну, интересное. Вельми займавое. Ви сказали, що Башар Асад, у нього вже не така можливість, щоб Російська Федерація могла допомагати йому. Но, Повідали сте, що Башар Асад вже не мав такий став, щоб могла допомагати Російська Федерація. 30 сентября 2014 года Башар Асад послал письмо президенту Российской Федерации и сказал, что вы можете... Он, это было официальное письмо. Послал официальный лист. Лист. Кому? Путинови. 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 А Путин то принял. А там... Путин это принял. А он... Письмо. Послал контингент, можно 5000 военных, но там были зенитные комплексы, это противовзрывная оборона, С-300, С-400. Российская Федерация там сделала военную морскую базу, сделала там... Чиже на základе того листу Ruská federácia poslala rakety proti S-300, protivzdušnú obranu. S-300, S-400 poslala tam, vytvorila základnu. Aj, nie toľko námornú, tam, kde je Hmeim, Tartus, to je Sýria. Тема моей докторской диссертации. Была тут тема моей диссертации. Была внешняя политика России на Ближнем Востоке. Зарубежная политика русская на Близком Východе. Я очень неплохо знаю в период Советского Союза, какие были базы Советского Союза, как в Сирии, так и в Египте. Вем, аке были военные základне Советского Союза. Поэтому в Сирии, в Египте. Россия в 2013 году фактически не было необходимости заново строить базы, поскольку они там остались еще с советских времен. Поэтому не было то тяжко про Русскую Федерацию в 2013 обновить те, которые там зостали. Момент. Но Башар Асад, он алавит. Башар Асад, он je toho alavického. Patrí do veľmi malej sekty. Tak. My to nazývame sekta, lebo sú veľké náboženstva. Dobre. A potom je... A oni na pobre... No, oni na... Alavitov. Čiže nie sú ani sunity, ani ši. Prezemného mora. Očím prijatno, že vy znajete этот faktor, poskoľku это очень хороший был вопрос. Je to veľmi zaujímavé, že tento detail vieš, pretože je to jedna dôležitá otázka. Tradiciónne
самое большое, самая Россия поддерживала традиционно больше всех именно представителей алавитской этнической группы. Русско предтим подпорвало главное представителей алавитской этнической скупины. И, соответственно, наоборот, алавиты очень лояльно относятся к, относились к Советскому Союзу и относятся к России. Опачне, алавити мали вельми добрый встяг к Советскому Звезу, а тераз в Руску. Семейная династия Асада, его отец и его сын, традиционно всегда тесно сотрудничали и работали с русскими. Асадовская династия, отец Башара Асада и Башар Асад сполупрацовали с русским, мали добрые встяги. Поэтому, во-первых, большинство военных баз и военно-морских баз как Советского Союза, так и нынешней России находятся на побережье Средиземного моря, которое населено алавитами. Hey, а прето са вечина тих воинских закладни, ай морских, ай теда побрежних, находза на уземях, которые были осилены алавитами. А какие отношения, аке су встяги между алавитами, Ираном и другими тими этническими встяги медзи алавитми а мусульманами, иными исламскими скупинами? Отношения непростые. Встяги не су еднодухе. На протяжении многих лет Сирия, а особенно его сосед Ливан, постоянно были в состоянии гражданской войны. Сирия, Левант были в ставе в общинской войне с ними. Там присутствуют также и христиане. Там находятся и крестьяне. Подождите, как бы вы характеризовали Ливан? Что это для вас? Ливан – территориум. Территория. Как бы вы характеризовали Ливан? И население. Как? Же, какая это область, а какое обитательство? Поскольку Ливан напрямую граничит с Израилем. Да. Потому что Ливан прямо граничит с Израилем. Израиль, у Израиля было уже две ливанские войны с Ливаном. Да. Уже были две войны с Ливаном. Понимаю я точно, что Ливан это Либанон, это Ливан это, как бы сказал, там столица Бейрут. Да. Да. Да, это Либанон, не Ливан. У нас в Словакии Ливан, Леванта, это историческое другое территориум. Вы сказали Ливан, а Ливан по-словацки это Либанон. Либанон это столица, там не, есть столица. Я не разумел, в погоде. Исторически это трохи не. Вы сказали, что тогда отношения между Ливаном, тогда Либаноном, где столица Бейрут, это сложнее. Отношения в Ливане сложные и внутри, и сложные и с его соседом Израилем. Чиже во внутри в Ливаноне су вельми зложите встяги, а зложитый встяг е ай с Израилем. В 70-х годах в Ливане была группировка ПЛО, Палестинское движение освобождения. В 70-х годах была в Ливаноне скупина палестинская самоослободзовация армада, как они были по-словенски? Палестинское гнутие за освобождение Палестины. Або гнутие за освобождение Палестины. Palestinian Liberation Organization. Освободзовация армада. Лидером которой был Ясир Арафат. Ано. Палестинская людоослободзовация армада, са то перекладало до словенчины, как са памятам, которой лидером был Ясир Арафат. Группировка Хизбалла сегодня, она раньше считалась продолжением этого движения освобождения Палестины. Скупина Хизбалла са предтим поважувала за наследовника тейто палестинской людоослободзовательной армады. Но фактически уже от палестинского движения освобождения там ничего не осталось, поскольку группировка Хизбалла сегодня является прокси Ирана. Да. Але уж там с того ничего не осталось, потому что днес
sa Hezbollah považuje za predĺženú ruku Iránu? В 80-х годах у Израиля была тактика создать ливанскую местную армию. В 80-х годах была тактика Ирану заложить домашнюю ливанскую, которая будет лояльна к Израилю. Армаду, которая будет лояльна к Израилю. Она так и называлась, Южно-Ливанская армия. Она так называла, Южно-Ливанская армада. Она состояла в основном из ливанских христиан и друзов, друзское этническое меньшинство. А она складывала из ливанских христианов и друзов, русского этнического сообщества. Она вооружалась и обучалась Израилем. А она вызбраивала и тренировала Израилем. Эта южно-ливанская армия помогала Израилю воевать с Хизбаллой. А тато южно-ливанская армада помогала Израилю воевать с Хизбаллахом. Но после вывода войск Израиля из Ливана, але по отходе израильских войск из Ливанону, эта южно-ливанская армия понесла поражение. Была поражена тата юго-ливанская армада. И расформирована. Как разложена? Час. В каком время это было? Как, когда? Это было конец 80-х, начало 90-х. Это было конец 80-х годов, начало 90-х. А как долго это тривало? Как долго? Почти 10 лет. 10 лет? Тут тривало 80 годов. Ну. Потом последовала в 2004 году вторая ливанская война. Потом в 2004 году следовала другая ливанская война. Но она не включала в себя наземную операцию. Но она не имела в себе поземную операцию. В основном Израиль использовал военно-воздушные силы. Израиль использовал летецкие силы. Тут тоже была война с Хизбаллой, но и здесь также Хизбалла не была уничтожена. А тут тоже была война с Хизбаллахом, а тоже Хизбалла не пыталась ликвидировать. Важно заметить, что группировка Хизбалла очень активно сотрудничала с Россией. Должно сказать, что группа Хизбаллах очень узко сотрудничала с Русским. Во время событий арабской весны. Почас арабского яра. В 11 году? В 11 году, с 11 по 14 год. От 11 до 14 года. И активно помогала русским сохранить режим Башара Асада. А активно помогала русам сохранить режим Башара Асада. На этом фоне произошло обострение отношений между Израилем и Россией. А там выострили встяги между Израилем и Русским. Однако вот сейчас, поскольку, как вы сказали, после вывода российских войск из Сирии там остался какой-то контингент, который обслуживает системы зенитные и системы ПВО. В отходе израильской армады из Ливанона там остался некий контингент, который имеет и поземные силы. Нет, противовздушную оборону. Зенитная система этого противовздушной обороны. Сегодня у Израиля есть практически полная свобода действий в небе над Сирией и над Ливаном. Momentálne Izrael si môže robiť, čo chce nad Sýriou a Libanonom. Ja dúmajú, že toľko polno je... Takto. Izrael toľko, kada tam vajska Sýrii, ili drugie vajska na teritórii Sýrii, no kada tam rasijské vajska... Ja si myslím, že iba Izrael má tú veľkú možnosť nad tým teritoriom tej Sýrie, iba čo sa týka, dajme tomu, tých sýrskych vojsk alebo nejakých iných zahraničných skupín. Vopros takový. Byli tam atáky na rasijské bázy z Izraela? Boli tam útoky toho Izraela na území Sýrie? To znamená, ja pokiaľ viem, tak Izrael nezaútočil na ruské vojenské základne alebo ruské vojenské sily na území Sýrie. Господин Каменский думает, что Израиль не атаковал русские базы военные. На территорию Сирии. На территорию Сирии. На протяжении с 2011 года, а если быть точным, с момента присутствия российских войск в Сирии и до их выхода. От прихода до отхода русских войск из Сирии. В 2011 и 2014 году. От 2011 до 2014? Ано.
Россия ввела свои войска в 2013-м. Русского пришли. 13-14-м. Да. В 14-м. Между Израилем и Россией было тесное сотрудничество между военными ведомствами. Узкая сполупраца, что затыка военской ситуации. Поскольку в Израиле понимали, что, например, радары батареи С-300... Потому что в Израиле понимали, что батареи противовоздушной обороны С-300. Они покрывали весь периметр и видели израильские самолеты, когда они еще находились в израильском воздушном пространстве. Приестор Сирии, а видели и все ракеты и летадла, еще когда находились над уземьем Израиля. И русские не мешали Израилю наносить удары по группировке Хизбалла в Ливане, но это все близко. Русы не бранили Израилю заутучить с летецкими силами на Хизбаллах. Который в Южном Ливане, близко. За исключением одного случая, когда сирийский ПВО, открыв огонь по израильским самолетам, случайно сбили российский самолет. Keď sýrska protizdušná obrana, keď útočila na izraelské ciele, podarilo sa jej... Это был инцидент, я понимаю, jedno что... русское лietadlo. Они то так сказали, что то лietadlo израильское было так, что за ним было то российский самолет. Тогда произошел серьезный кризис в отношениях между Израилем и Россией. Тогда была серьезная криза между Израилем и Русским. Но я хочу добавить, что тот факт, что Израиль сейчас имеет свободу действий в небе над Сирией и над Ливаном... Хочу еще добавить, что то, что моментально Израиль... Полное овлада воздушный простор над Сирией и Ливаном. Говорит о том, что либо между Израилем и Россией есть тесное сотрудничество. Говорит о том, что будь очень близкая сотрудничество между Израилем и Русским. В отношении территории Сирии и Ливана. Что затыка в стягу в Сирскую, уземья Сирии и Ливана. Либо русских там вообще нет. Або там русских вообще не несут. Время, час. Спасибо вам за разговор. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Dušan Doliak, veľmi pekne vám ďakujem za tento rozhovor. Myslím si, že toto nie je naše posledné stretnutie a budem veľmi rád, ak budeme môcť pokračovať v takýchto, povedali som, veľmi zaujímavých, veľmi sofistikovaných rozhovoroch, kde zaujímavý host Simon Tsipis, izraelský občan, nám dokázal... Analytik medzinárodných vzťahov a človek vzdelaný, však má dve univerzity, aj Tel Avivskú, aj Bonskú univerzitu a je to teda odborník na medzinárodné vzťahy a povedal by som, že priniesol do nášho rozhovoru mnohé veľmi zaujímavé momenty. Veľmi pekne ďakujem Dušanovi Doliakovi za to, že takéhoto hostia nám nielen doniesol, ale zároveň, že nám to aj prekladal, tlmočil. Snažil som sa to. Veľmi dobre to išlo. Takže ďakujem vám, ďakujem Dušan Doliak, ďakujem Simon Tsipis. Большое спасибо. Спасибо, благодарю вас. Ďakujem za pozvanie.